На память осталась только табличка. Она гласит, что ремонт проблемного участка улицы Прижелезнодорожной выполнит срок до 1 августа 2017 года. Но, судя по ее состоянию, к работам здесь так и не приступили. Борис велосипедист, но по этой улице ездить боится. Слишком напряженные движения и много ям. Да чего она вся разбита, дорога? Неудобно. Одни ямы. Едешь, и одни ямы. Вот даже на велосипед, я смотрю, не сели, везете вот так. Ну да, вот так веду. Иначе вот в лужи промочил ботинки. Лужи кругом. Яму невозможно. Я не знаю, как они эти грузовые едут. Очень плохо они идут. Медленно, во-первых, и объезжают лужи. Брызги разлетаются на метр. На дороге можно найти самые неожиданные предметы – тапки, остатки колес. Небольшой участок без проблем и снова ямы. И так всю дорогу. Водители и легковушек, и большегрузов показывают здесь чудеса маневрирования, чтобы проехать. Несмотря на то, что улица Прижелезнодорожная проходит по промзоне, движение здесь оживленное. Это один из коротких путей в город Рыбное. На Прижелезнодорожной много предприятий. Автосервис, благодаря такому состоянию дороги, он постоянно в прибыли. Одна из самых плохих в Рязани. А часто приходится сюда ездить? Не очень. Но дорогу оценили? Ну, конечно, плохая. Что здесь говорить? Ужасная. Просто максимально плохая. Ну, а она вон там очень ужасная просто. От заправки и вот до сейчас. Ну, и надо ремонтировать, конечно, подвеска вся разбивается. Приведут ли в порядок улицу в следующем году, неизвестно. Снег, который выпадет в ближайшее время, закроет ямы, и ездить здесь будет немного лучше. А весной водителей ждет новый сюрприз, потому что, как известно, с дорог вместе со снегом чаще всего сходит и асфальт. Дина Ислеева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».